Здравствуйте и добро пожаловать в Челябинск. Здесь сегодня большой хоккей. Два уральских клуба, «Трактор» и «Автомобилист» будут выяснять, кто из них сильнее. Но много пропустили и те, и другие в своих предыдущих матчах по 6 шайб. Поэтому сегодня, наверное, тренеры просили сыграть строго в обороне. А у нас первый гол белоусов становится его автором. Сегодня оказался во второй тройке вместе со Спунером и Мейсиком. И этот тренерский ход уже сработал. Одну из первых смен белоусов выводит свою команду вперед. Отличная работа на чужом пятачке. Бросок практически в упор, но этот бросок оказывается не берущимся для голкипера. Седлак. Ну вот от этой тройки ждем чего-то большего. Это лидеры «Трактора», это люди, которые практически в каждом матче забивают и набирают очки. Никита Тертышный, ярчайшее начало регулярного чемпионата. Уже 11 заброшенных шайб, по 17 набранных очков. Но не довел шайбу до створа. Попала она в Салова. А вот это уже неплохо. Ник Беллин зарядил от синей линии. На этот раз делает передачу. И вот сейчас, наверное, будет бросок. Да, и этот бросок результативный. 1-1. Но, скажем так, все к этому шло. Челябинцы могли отличиться в предыдущей смене, обрушив целый град бросков на ворота Галкина. Тогда не срослось, зато получается сейчас. «Трактор» 10-й по игре во вторых периодах. 6 побед, 9 ничейных результатов, 6 поражений. Так, тут атака интересная наклевывается. Бросок, добивание, и выручает Вилл. Мог во второй раз в этой встрече выводить свою команду вперед Грипунов. Но при этом статистика в этом сезоне значительно хуже. Так, тут момент, и Галкин выручает, кстати говоря. И для Галкина, кстати, сегодня тоже особенная встреча, потому что в Челябинске его не рассмотрели. Там он оказался ненужным. Пропускает «Автомобилист» в меньшинстве свою 20-ю шайбу в этом сезоне. Классный выстрел от синей линии. Отличная работа на чужом пятачке. И второй раз в этом матче капитулирует Владимир Галкин. Попадает по силовой Белоусова. Капустин, и момент у Белоусова 2-2. Моментально отвечает команда Билла Питерсона на пропущенную шайбу. Менее минуты потребовалось для того, чтобы счет сравнять. Играет через борт. Беллин. Направо Тертышный бросает и попадает. 3-2. Во второй раз в этом матче челябинцы выходят вперед. Избегая каких-то рискованных решений. Но допускает ошибку и позволяет сопернику счет сравнять. 3-3. Райан Спунер. Лазерный по точности бросок касания в дальнюю девятку. Как же упустили его. Вкатился в левый круг вбрасывания. И первым же касанием направил шайбу в створ. Беллин. У него тоже с броском все в порядке, но он попадает в перекладину. Вылетела там шайба из-за спин игроков, и Галкин увидел ее уже в самый последний момент. Смотрите, какую скорость набирает. Бросок и гол. 2-0. Серьезная заявка на победу. Не забивает, и все. Во второй раз в этом сезоне «Трактор» обыгрывает «Автомобилист», и снова это делает в серии буллитов.